Девчулечки мои, красотулечки, всем привет! Сегодня я буду делать маску, очень хорошую маску, я ее раньше уже делала, девочки. Прекрасная маска, очень здорово работает на наше омоложение, так скажем. Выходные денечки, девчонки, нужно нам подумать с вами и о себе. Как я сказала, детский сад свой я уже накормила, напоила. Спать, правда, еще не уложила. А хочу еще что рассказать. К моей маме приехала тетя моя, то есть ее сестра. Ей 81 год. И я говорю, так, девчонки, все, я вас накормила. Я ухожу видео снимать. Они меня спрашивают, а что ты будешь снимать? Я говорю, ну, сейчас себе буду масочку делать и девочкам покажу своим. А вот они сидят и говорят, и мы хотим маску. Я говорю, ну сейчас я ее разведу, говорю, и вам маску, девочки, нанесу. Говорю, мои девчулечки, красотулечки, смеюсь. Вот какие девочки у меня молодцы, мама и тетя. 82 года, девчонки, и 81 год. Вот представляете, какая красота, они еще интересуются масками. Мама у меня постоянно выщипи мне бровки и все такое прочее. Вот. Ну, молодцы такие, конечно, они у меня моложавенькие девчоночки, так скажем. Ну, наверное, это у нас генетика такая. Вот. Ну, теперь про нашу маску, девочки. Наша маска сегодня будет с вами со скарлатином, девочки. Может, кто-то уже видел, может, кто-то знает, может, кто-то делал. Я тоже делала эту маску. Мне очень она понравилась. И я решила ее рассказать вам. Вот я уже ее сделала, эту маску. Вот она у меня. А сейчас я вам скажу, для чего эта маска. Аскорбутин вообще, девочки, ну, может, кто-то не знает, замечательный витамин для наших сосудов, для укрепления наших сосудов. Его замечательно выпивать можно осенью и весной, внутрь пропивают, но и прекрасно его использовать можно и нарочно. Все косметологи рекомендуют этот витамин от купероза. Очень хорошо помогает. Потом он хорошо убирает пигментные пятна, выравнивает структуру нашей кожи, убирает угри, девочки, и даже может избавить от веснушек. Если кто-то страдает, вот веснушки тоже может немножечко, так скажем, убрать. Выравнивает нашу кожу даже после каких-то шрамиков. Вот, замечательно. И самое главное, укрепляет сосуды, сосудики наши, у кого купероз. И даже можно делать вот такую маску два раза в неделю на протяжении месяца, и у вас купероз практически с лица исчезнет, девочки. То есть вы не будет видно. Ну, попробуйте эту маску. Также она может подходить и для любого типа кожи. То есть от маска это от морщин и для восстановления нашей молодости, девочки. Ну, давайте, долго не буду я вам рассказывать, что входит в сегодняшнюю нашу, девочки, маску. В сегодняшнюю маску у нас с вами входит 1 столовая ложка голубой глины нам нужно. Вот у меня глину я покупала в Магнит Косметик. Вы можете купить вот такая вот. Вот здесь вот две штучки такие были. Вот я одну оторвала. Вот сюда вот. Вот. Здесь столовая ложка. Как раз прям столовая ложка глины. 1 таблетка нашего аскорбутина. Размять ее надо. Предварительно, конечно, естественно, тоже сюда мы отправляем. И 20 капель льняного масла. Ну, где-то это получается, так скажем, девочки, ну, пол чайной ложечки, такой небольшой, вот прям половиночка. Вот, тоже сюда отправляем. И если
вы хотите, чтобы масочка ваша была такая до густоты сметанки, можете добавить минеральной воды без газа. Прям чуточку-чуточку, только чтобы разнеслось, как консистенция такая маски была. Наносим нашу маску на очищенное лицо. Сейчас я пойду делать скраб и потом нанесу эту маску. Будем держать эту маску с вами где-то минут 20. А в конце этого видео, девочки, оставайтесь. Я вам расскажу еще один секретик моей бабушки для нашей с вами красоты. Вот я очистила свое лицо. Я такая красная, как вы видите. Это результат пилинга. Пилинг вот я делала вот таким вот скрабиком. Вот. Напоминаю, я его покупала в фикс-прайсе. Неплохой скрабик. Но перед тем, как делать маску, обязательно, девочки, напоминаю, делаем тест на аллергию. Потому что здесь находятся все-таки у нас таблетки. Это вещество, которое нужно обязательно сначала проверить. Напоминаю, накладываем на сгиб локтя. Ходим, пока делаем скраб. Пока чистим свое лицо, смотрим. Если у нас нет никаких ни покраснений, ничего, значит, мы можем наносить это на наше очищенное лицо. Вот. Наносим только на лицо, на лоб. Зону вокруг глаз не трогаем. Наносится, видите, как очень хорошо, спокойно, легко эта маска. Вот так. Ну, можно вот здесь вот морщинки немножко тоже заполнить. Вот. Такая текстура очень хорошая этой маски. Угу. Накрыли нос обязательно. Вот сюда. Наносим аккуратненько по массажным линиям. В зону рта я тоже нанесу, потому что здесь у нас с вами такие морщинки над губами. Ну вот, сидим такими шрейками 20 минут. Затем смоем теплой водичкой и посмотрим. Можно прямо вот сюда поглубже, даже на зону декольте тоже сейчас нанесу эту маску. Угу. Масочки много хватает, прям замечательно. Вот. Поближе губам можно. Ну, кто я, Шрек? Я аватар. Не поймешь, да? Так. Очень приятная текстура. Очень. Ну, пойду пугать своих девчонок. Сейчас скажу, давайте, девчонки, стройтесь на маску. Все, еще раз напоминаю, сидим 20 минут. Ну вот, девочки, я смыла свою маску. Лицо, вы не представляете, до какой степени мягкое, бархатное. Это прям что-то, вы знаете, что-то с чем-то. Замечательное лицо, прям, ну, омоложение на лицо. Вот как хотите, девчонки, замечательная маска, просто прекрасно. Сделайте обязательно. А если да эту масочку, да еще два раза в неделю, да целый месяц, о боже, в конце месяца вас, наверное, точно не узнают в хорошем смысле этого слова, девочки. Замечательно. Так, хочу что сказать. Маска смывается тяжеловато, потому что она так, кожа прям внутрь кожи аж заходит, так скажем, ну, застывает. А, кстати, вы посмотрите, как подтянулся контур. Видите? Лицо прям стало-то, оп, натянулось сразу. Замечательно вообще. Маска супер. Так, да. Маску сначала нужно размочить. Обязательно размочить. Прям берете ватные диски и водичкой-водичкой размачиваете. А потом начинаете смывать.
Ну, ничего страшного, смывается, смывается. Только единственное, не одевайте, вот как я, в белое, в светлое, что-то темненькое, что-то старенькое, и тогда делайте эту маску. Замечательная маска. Действительно, все выровнялось, и цвет кожи. Вот. Ну, пигментных пятен у меня как таковых не было, но все равно я хочу сказать, что лицо явно видно, что отбелилось лицо. Здорово отбелилось, да. И морщинки кое-где прям тоже разровнялись. Хорошая маска, прям явно омолаживающая. Так, девочки, секрет от моей бабушки. Что хотела рассказать? Моя бабушка очень любила виноград. Сейчас вы сами знаете, что сейчас сезон винограда идет. Винограда полно. Я надеюсь, все могут купить виноград. Я сама, наверное, бабушку очень люблю виноград. Вот. И бабушка мне всегда говорила: Наташа, не съедай весь виноград, оставляй несколько ягодок и обязательно этим виноградиком делай соком масочку. Лицо протирай. Будешь всегда молодая и красивая. Кстати, моя бабушка жила до 90 лет. Вот. И тоже была очень энергичной такой женщиной, интересной, симпатичной. Вот. И что я теперь, девочки, делаю? Я покупаю виноград. Вот я, вот видите, у меня в таких пакетиках. Я вот так вот выложила. Я его разрезаю пополам. Он у меня лежит в заморозке. Вы можете сделать хоть пол пакета, девочки. И каждое утро я просыпаюсь. И что я делаю? И я вот так вот, девочки, протираю свое лицо. Это, так скажем, как бы бужу свое лицо, свою кожу вот такими вот движениями. Прям вот где-то одна виноградинка, вот пол виноградинки, не одна, а пол виноградинки вам, девочки, по массажным линиям вот так вот делаю. Вот, видите? Вот так вот, вот так. Вон, видите, прям сок выступает у меня. По своим линиям. На шейку тоже можно. И прям не смывайте, не надо смывать ничего, пускай вот это все внутрь. Вот косточка уже у меня, косточку можно выкинуть, а вот это вот так вот прям даже шкурочку. Ну вот. И будете всегда молодой и красивой, девочки. Ну вот, мои красавицы, что я вам хотела сегодня рассказать, показать, девочки, с вами поделиться. Кто новенький, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. Ну, до новых видео, мои девчулечки, красотулечки. Люблю вас всех, мои хорошие. До новых видео. С вами была я, Русанна Наталья.